Вторая карта. Лига Тим против Five Beavers. Против бобров. Первая карта для меня была неожиданностью на самом деле. Не знаю. То есть я бы хотел сказать, что это какое-то везение или еще что-то, но я что-то дико сомневаюсь, что дело в везении. Реально, эти пять бобров весьма неплохо себя показали. Хорошую игру провели. Да, длительная карта, там почти час, но тем не менее, как говорится, победитель не судит, так что, ну, молодцы. Вы знаете, я думал, что это какие-то подпивасники из OpenQual. Я даже превью, когда делал, то есть на YouTube там, да, превью я так и подписал, то есть подпивасники, реально. То есть, а потом, ну, блядь, смотрю, просто затащили карту, красавчики, реально. То есть, ну, говорю, как есть. Ладно, первую карту забрали в копилочку парни бобры. Посмотрим, как будет на второй карте, смогут ли они дожать Лигу Тим или же нет. Вот это очень интересно, потому что если Five Beavers дожмут на команду Лига Тим, и они реально выиграют матч, то получается, что команда Лига Тим падает в нижнюю сетку на команду, если я не ошибаюсь, команда называется команда Nintendo. Team Nintendo, где там играет Vendetta, Ritsu. Ну, такие не весьма не сильная команда, но тем не менее, как по мне, Лига Тим и OneWin это были главные фавориты. Возможно, они ими и до сих пор остаются, кто его знает. Если мы будем сравнивать с командой OneWin, то OneWin без каких-либо проблем одолели своего оппонента. Оппонента при том, что Гидра, как по мне, довольно крепкий орешек на этих квалификациях. То есть это не какие-то там парни из OpenQual. Хотя понятно, что Гидра, ну, прошли тоже из OpenQual. Но у Гидры за спиной там большой путь, огромный опыт, побед, удачи, возможно, неудач. Тем не менее. Так что такие дела, друзья. Ладно, давайте возвращаться к игре. Я там, у нас уже есть много банов. Уже вот вторые пики пошли, так что давайте пройдемся по банам. Кого подбанили? Лундруида, Санкина, Шадов Демона, Туска, Бристлбека. Команда из пяти бобров. Забанили Дума, Фуриона, Пака, Марфа и Алхимика. Ладно, получается, у нас уже Лига Тим пикнули Кунку плюс Луну. Хорошо. Получается, у нас уже есть Керри и есть Хардлейнер. Вот они из такой тяжелой артиллерии очень зашли, да. Потому что, ну, все, наверное, ну как все, те, кто смотрел The International, они видели, что Луна довольно популярный персонаж, Кунка довольно популярный персонаж. И команды забирали этих героев на начальном этапе. То есть они либо были в бане, либо их очень быстро разбирали, как сладкие пирожки. В принципе, Луны довольно-таки большой винрейт, что на International, который там чуть более неделю закончился, что в принципе в рейтинге, да, я говорю про там рейтинг где-то от 9 и выше тысяч, да. На высоком рейтинге Луна имеет очень хороший винрейт, так как не только с руки огромная тычка, да, много урона с руки, плюс большой потенциал фарма, да, в лесу, там на линии, плюс хороший потенциал камбэк механики, то есть если вдруг там тебя где-то загнобили, ты имеешь всю возможность быстро камбэкнуться, вернуться в игру, так что Луна довольно сильный персонаж, и команды пикают его там на first. Ну или как у нас получилось, на второй пик. То же самое и Кунка. Довольно сильный хардлайнер. Считаю его одним из сильнейших на данном этапе хардлайнеров. В один уровень он там стоит с Санкином, потому что Санкинг тоже очень сильный. Да, так что пока что хорошо у Лига Тим. Вот еще инвокер появился. Получается, они уже открыли карты всех коров. То есть у нас есть третья позиция, есть первая позиция, есть вторая позиция. У команды из пяти бобров получается Нага, ВРК и Рубик.
Да. Может, это будет второй раз у нас медовый Рубик, кто его знает. Не Мамика или не Мамука, я не знаю, как правильно читать этот никнейм, друзья. Но, возможно, он второй раз сыграет, в принципе, и такое может быть. Рубик хорошо стоит. В принципе, Рубик хорошо стоит мид, типа, всегда. Там ему сложно против снайпера, ему сложно против Лины. Против инвокера должен нормально постоять снэпка. Появилась эта четвертая позиция. Так вот, недорассказал про бобров. Нага, как я вижу, это у нас либо пятерка, либо четверка. ВРка керри. Рубик. Рубик у нас мид, и Тимбер у нас сложная линия. Да, есть некое сходство с предыдущей картой. Пока что у нас повторяется 3 героя из 5. Да, может быть еще 4 из 5. Ну, видимо, да, видимо, ВРка керри, Рубик мид, Тимбер хард, Нага пятерка и кого-то на четверку. Хотя Нага может быть четверкой, потому что Нага хорошо работает, хорошо синергирует с Тимбером, да, очень даже хорошо. Так что может, может и сыграть с Тимбером, не знаю, друзья. Осталось 10 секунд. Очередь сил света запрещать героя. Так. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Все, я здесь. Кого там подбанили? Бристл Бэк, они с ассасином. Интересно. Интересно. Но, видимо, они не хотят, чтобы Никс ползал и искал Луну, искал Инвокера. Хорошо. Хорошо. Ждем последний бан от команды Лига Тим. Очередь сил тьмы запрещать героя. Бесмастера подбанили. Блин, Бесмастер хороший выбор, но это при условии, что Тимбера отправили бы в мид, а Рубик бы у нас остался четвертой позицией. Может быть и такое, потому что, как на первой карте, осталось Рубик плюс Тимбер, что, в принципе, Нага плюс Тимбер. Но на самом деле Рубик плюс Тимбер осталось посильнее. Намного сильнее смотрится, нежели Тимбер плюс Нага. Так что все может быть. Выбирать героя. Света, выбирать героя. И что? Это Андерлорд. Да, это получается все-таки у нас... Или это Тимбер? Четвертая позиция. Как думаете? Ну, я, если честно, я думаю, что нет. Я думаю, что у нас Тимбер мид, ВРК керри. Осталось 10 секунд. Нага пятерка, Рубик четверка. Андерлорд у нас сложную. Хотя Андерлорда тоже можно отправить в мид. Я не знаю, блин, не знаю, как они сейчас переиграют. То есть много вариантов у бобров. Реально много. То есть что они там придумали? Сейчас узнаем. Ну, здесь понятно, здесь вот пятерка, Элдер Титан, все довольно-таки просто. Так, давайте, давайте, интересна команда бобров. Так, это получается у нас так, мистер Мораль идет в сложную на Андерлорде, Тимбер отправляется в центральную линию, это медовый Тимбер, получается пятерка у нас Рубик, керри ВРка и четверка у нас Нага Сайрен. Ну, у команды Лига Тим довольно-таки понятно с самого начала. То есть у них Кунка тройка, Луна керри, Инвокер у нас центральная линия, да, Мираж будет исполнять. И Ван Джей четвертая позиция и Панта пятая позиция на Элдер Титане. Такие пироги. Такие пироги, друзья. Получается, у нас Андерлорд будет стоять с Нагой, да? Против кого? Против Луны и Элдер Титана. Ну так, Луна свое выформит.
А вот Элдар Титан, ну, Элдар Титан может иметь проблемы. Ладно, ладно, у нас пошла заставка. Сейчас вернемся к линиям, поболтаем. Возможно, что-то проанализируем. Ну, мы постараемся, естественно, я не аналитик. То есть могу просто сказать, что я думаю по этому поводу. В принципе, меня уже удивило тот факт, удивил, что у нас вторая карта и счет 1-0 не в пользу Лига Тим. Это на самом деле, ну... Ну, это дот, это бывает такое, при том, что, как по мне, у Лига Тим сейчас довольно-таки слабый состав. Это не тот состав, когда там играл Рамзес, играл Киотака. Помните тот состав? Это был жирный, сильный. Так что сейчас большое время решафлов, тем более, что времени не так уж и много для решафлов. Но, тем не менее, на ПГЛ Валахия мы как раз-таки узнаем все составы, потому что там много топовых команд будут играть. В том числе, конечно же, и Лига Тим. Они прошли закрытые, они попали на турнир через закрытые квалификации, так что 30 секунд до начала сражения. Будет интересно. Чей пик больше нравится? Больше нравится Лига Тим из-за того, что просто они пикнули, ну, таких очень жестко метовых персонажей, да, то есть прям Луна многого не надо, то есть, ну как много не надо, то есть Луна при желании может там с ПТшкой и какой-то Яшей Момом уже драться, да, то есть главное, чтобы был Луны ультимейт, ультимейт прожала, да, и с этим Эклипсом пошел драться, урона много, то есть урон, тем более, что держать удар он также может. Так, что у нас здесь? Что по рунам? Верданчик, Панто, Ван Джей. Три руны для команды Лига Тим и только одна руна для команды Бобров. Кстати, Отекер, если попадает в торрент, а он, конечно же, попал в этот торрент, отправляется в таверну. Да, ФБшка на этот раз для команды Лига Тим. Достается она Гунке, третьей позиции команды L1 и... хорошо начинает Лига Тим. Знаете, что очень интересно посмотреть, что думает Дота Плюс. 50 на 50, ну ладно, ладно. Я думал, что чуть больше будет все-таки на команду Лига Тим. Так, Торрен. Так вот, что по линиям. Кунка плюс Снэпка, хорошая, сильная линия, но... Нага довольно крепкий саппорт, ВРК хороший керри, который имеет в своем распоряжении Винран. Ну, Винран он прокачал еще до этого, просто он прокачал, чтобы сделать фраг. Ну, либо там уйти, не знаю, потому что все качают пауэршот, зачем он качал Винран, я не знаю. То есть, ну, без понятия. Возможно, было какое-то нападение, зачем ему Винран на первом уровне. Тем не менее, прокачал и прокачал. Так, что у нас здесь? Тимбер против Инвокер. Ну, Тимбера поставили против Инвокер, чтобы как раз-таки Тимбер хорошо постоял центральную линию. Потому что Тимберу пофигу, там есть ли у него мана или нет, если он постоянно будет выжигать ему ману за счет EMP. Так что, ну, плевать он хотел. Луна. Луна чувствует себя хорошо, как и говорилось, свое выформит. Возможно, каких-то проблем будет доставлять как раз-таки Элдар Титан. Возможно, потому что Элдар Титан за счет своего духа имеет тонну урона и, в принципе, Рубика может чуть погонять. Так, а так, в принципе, команда довольно-таки ровно начинает. Так, пошел у нас Pit of Malice. Есть уже Firestorm единичку, плюс Pit of Malice в единичку. Курьер сил света был... Ну, хорошо, хорошо. Нет, урона также много. Рубик плюс Underlord. Урон имеется довольно-таки плотный, довольно-таки большой. Пока еще уровни маленькие, то не стоит опасаться. А вот ближе к там 4-5 уровне можно так нормально подпросесть по ХП. Да, видим, что у нас пока что не сильно активная дота. Я бы так сказал. Так, ну вот, EMP пошло, а Cold Snap нет, на Cold Snap. Cold Snap нет. В принципе, пофигу, есть хороший хипереген, но видим, что чуть побольше имеет Invoker.
За кого болеешь? Да просто болею. Ну, не болею, просто смотрю чисто так по кайфу, чтобы играли парни, а Генерал на так борту. без разницы. Четвертая минута у нас. Силы света укрепили свои сооружения. Ладно, смотрим, смотрим. Видим, что Луна у нас хорошо себя чувствует. Здесь нападение на Тимберсова. Есть EMP, есть Cold Snap. И печенька, удачная печенька. Этого достаточно. Если бы Ван Джей натупил с печенькой, скорее всего бы не убили Тимбера. Или бы прям очень сильно просели по ХП. Потому что пришлось бы давить под Т1 а-ля Т2. Так что, ну молодцы, молодцы. Хорошая вылазка. Хорошая, хорошая перетяжка от снэпки. Что приводит, в принципе, к фрагу на мидере. А это хороший фраг. То есть... Молодцы, молодцы. Да нет, я думаю, что будет третья карта. То есть, ну это будет позор, если честно. Это будет позор. Так, печенька. Так, ой, подцепили еще на крест. Сейчас будет торрент, но есть сетка. Сетка и, конечно же, пока что выживает. Выживает у нас оттекер. Так, 5 минут спустя. Предлагаю открыть нетворс и посмотреть, что там по нетворсам. По нетворсам у нас просто топ-3 нетворса за командой Лига Тим. Ну, это уже пободрее, пободрее стартует L1. Вот вам и, конечно же, пик. Да нет, нет, да здесь даже не обсуждается. То есть, если игра там ближе к лейту затянется, то, конечно же, Лига Тим, то есть здесь победители однозначные. Инвокер очень жесткий в лейте. Луна жесткая, Кунка, то есть, ну все, а снэпка вообще молчу. То есть, если снэпка там начинает собираться в кора, очень много, кстати, не попало у нас Тимбера Тимберчейном и... Потерял всю ману, потерял половину хп, но если на хп ему пофигу, то ему и на ману пофигу, то есть, если честно, то есть, чтобы просто стоять на линии. Ладно, пока я вам там рассуждал про Тимбера, убили у нас керри команды 5 бобров, получается, отправилась ВР-ка у нас в таверну. К на 7 минуте, это много, это реально много, это большие бабки. Так, опять нападение через печеньку, через EMP, есть еще у нас торнадо, но умер только один у нас снэпфайр. Так, поймали, конечно же, в сетку еще миража, но урона недостаточно, да, и хотят ли? Видимо, не хотят. Здесь опять нападение на оутейкера, потому что понятно, что Наги рядом нету, и Рубик, кстати, будет умирать. Да, попадает он под торрент. Это минус Рубик. Получается у нас... Так, а что с оттейкером? Так, пауэршот. Сейчас будет виндран и крест. Да, а торрент? Торрент пока еще в КД, но сейчас будет стан а-ля слип. Подошел, конечно же, у нас здесь Тимберсов. Разменял он Элдер Титана, но... Задача минимум выполнена. То есть убили одного, убили второго. Но он что, хочет забрать, да? Да, забирает, но Тимбер также отлетает. Не знаю даже для кого плюс. Сейчас посмотрим по итогам боя. Так, еще здесь подцепили. На Гусайрен стянулся уже у нас Луна на топ-линию. Будут забирать Т1 Тавер. Ну да, вроде как была не слишком активная, то там за последние 4 минуты даже много активности провели команды. Видим, что, ну, оказывает сопротивление у нас бобры, но не намного. По-прежнему у нас топ-3 нетворса за командой L1. Это что-то значит, друзья. На кого ставил? Да не ставил я. Ну, блин, если бы там знал, то, конечно же, поставил на
5 бобров на первой карте, потому что кеф там был просто сумасшедший. А так, естественно, что нет. Так, арканбуцы у Рубика. Так, прожимают. Прожимают смока. Команда 5 Beavers. И куда двигаются? Двигаются в сторону своего леса. Кого-то там даже нашли. Нашли здесь Ванжая. Блин, мне не нравится, кстати, аспект через восьмерку. Я считаю, что это плохой аспект. Здесь что? Здесь фокус фаер, да. Но заберут, здесь снэпку, потому что снэпка одна. Кстати, оттекер забирает по варшотам. Ему достается фраг, достается денежка. Это хорошо. Это хорошо. Сколько денег подняли? Просто 600 голды за бабулю. 600 бабок за бабулю. Ни хрена себе. Я бы сказал. Так, что там? Soul Ring у Тимбера. Так, Луна поймала здесь Тимбера. Эклипс, Ой, кстати, а что, не сбила ему Тимбер чейн? Торнадо или что? Ну нет, отпустили. Оно не сбивает или что? Видели? Он попал торнадом, но Тимбер все равно улетел на Тимберчейне. Ну ладно, улетел, да улетел. Че бухтеть? 10 минут игры. В принципе, что на 5 минуте у нас было 4К, что на 10 4К. Это значит, что команда 5 бобров пока что делает все правильно. Они как минимум остановили тот поезд, который уже разогнался. Да, я про Легутим. Заходит у нас Элдер Титан на вражескую двойку. Заслипал он как раз таки Рубика. Попал у нас Мираж. Торнадо, Мираж, если что, под ДД. Конечно же, Рубика забрали. В размен, конечно же, на Элдер Титана. Но заберут еще и Тимбера. Это будет отличный фраг, да. Так, двоих в одной игре. Ставится у нас Pit of Malice. Есть Firestorm. По двоим, но все живут, все выживают. И что? Минус еще Т1 табор на центральной линии. Получается, у команды L1 все еще тавра стоят. Бобры потеряли уже 2 тавра. Так, слышу там крест. Крест на кого? Крест на Рубика. Рубик будет умирать. Центральную башню сил тьмы атакуют. Так, я здесь, сори, отвлекся, да, у нас здесь была небольшая драка, потеряли Луну, потеряли Инвокера, убили еще Снэпку. Хорошую драку провели, 5 бобров, очень даже хорошую, подцепили еще Элдер Титана, но, видимо, не будут убивать, потому что уже сделал ТП Мираж. Мираж тут как тут. Да, я не видел, реально не видел, то есть я там уже под конец посмотрел, 2200 заработали денег команда 5 бобров, убили они очень важных персонажей, и это сказалось, сказалось на нетворсе, сказалось на положении команды Лига Тим, да, все еще топ-3 нетворса за L1. Да, могут, но я не уверен, что все-таки будет 2-0. То есть, ну, если будет 2-0, блядь, ну... Ой, сори за мат. Мне кажется, это большая проблема. То есть, это может быть еще какой-то дисбанк или еще что-то. Я не знаю, ну как просто на закрытых квалах проиграть парням из Open квала. Причем в первой же серии упасть в нижнюю сетку.
Понятно, что ну, они не будут дисбандиться, пока не закончатся закрытые квалификации, но если они еще бы отлетели в нижней сетке, это прям так, это сильно наперед. У нас еще карта даже не закончилась, только еще начало. Так, здесь есть EMP торнадо, печенька, и убьют. Да, убьют, потому что много потратили, реально много, даже бабка там нарыгала. 11-8, 14-я минута игры. Что там в луны? Ну, вот парень, который, в принципе, выиграет эту игру. То есть, без каких-либо проблем. Ну, должен, по крайней мере. Ладно, давайте посмотрим, что там по артефактам. Пока что Элдер Титан нету ни транквилов, нету ни хрена. Хочет себе барабаны, очень хочет. Луна имеет Яшу, Драгонлэнс, хочет Манту. Инвокер имеет ПТ-шка Мэджслейер. Да, хочет Драгонлэнс. Так, все сейчас инвокеры собираются. Если что, Кунка имеет Фейзы Блэдмейл, два Брейсера. Почти половину Аганима. Снэпка Арканбуцы хочет, что там, хочет себе Пивас Солар Крест. Хорошо. ВРка имеет Арканбуцы Майнштром, два Брейсера. Очень сильно хочет Глипнир свой дофармить. Тимбер имеет Арканбуцы плюс Экаю плюс Сол Ринг. Делает себе Ветра. Хорошо. Так, у нас здесь кого нашли? Нашли Эльдер Титана, подвязали, но, видимо, шекелшот, да, первого уровня, потому что очень мало длился. Блин, на самом деле, долго жил Эльдер Титан. Реально долго. Ну, ладно. Так, Тимберова показывал. У Андерлорда есть Аркан Буцы, Мека делает себе пайп. Ну, такой большой, аурный у нас будет Андерлорд. Нага. Нага что? Почти форстав дофармил. Но будет ли покупать форстав или купить себе блинк, пока что неизвестно. Рубик имеет Арканбуцы плюс Пивас. Да, будет делать себе Солар Крест, видимо. Силы света используют сканирование. Да, ВРК фармит. Фармит, как и на прошлой карте, прожимает и фокус фаер, и просто подфармливает своим ультимейтом эншентов, нейтральных крипов. Это нормальное явление, так что так много делают кто. В этом, конечно же, и плюс этого аспекта. Да, видим, что, в принципе, без каких-либо проблем справляется с этими крипами. Не знаю, сколько там стаков было. 3-4, возможно. Может, даже 5. Как-то я не смотрел. У Рубика ворованный бим. Да? Нижнюю башню сил света атакуют. Да нет, силы почему? Могут, конечно же. Конечно же, что могут. Но я что-то не верю. Все-таки у Лига Тим довольно хороший пик. И если игра подзатянется, то тем более без шансов. Ну, просто без шансов будет. То есть... Так. Кого здесь нашли? Нашли здесь Нагу Сайрен, но Нага Сирена отошла. Так, что там в луны? Манта появилась, Драгонлэнс, дальше будет Хюрикен Пайк. Ну, после Хюрикен Пайка там можно сделать условно БКБ и, в принципе, уже с этим БКБ идти драться вовсю. А здесь все-таки поймали со второй попытки Нагу Сайрен. Через корабль убили. Правда, будет ответка. Прилетает Андерлорд. На... Есть Pit of Malice. А Файршторм туда закинуть не хочет. Или Файршторм КД? Нет. Кидает. И нет. ТП не удалось. В 1-1. Подрались, если прям сравнивать по фрагам, но если сравнивать по бабкам, то, естественно, в плюс для команды 5 бобров, потому что, ну... Так, ой, неплохо. Это хороший был фраг, да, с анстрайком. Прилепило так нормально. Какой уровень? 3-й уровень экзорта. Хорошо. 13-10, да. Всё. Все еще очень круто исполняет команда 5 бобров, но если прям сравнивать с его противником L1. Но на этой карте все-таки Лига Тим поинтереснее выглядит, тем более, что посильнее они будут, видимо, нежели на прошлой карте. Так, слышу, там какой-то крест.
это Рубик с ворованным крестом. Поймали, кстати, Рубика на слип. Там торнадо EMP. Хватает дэмэджа, да, убивают. Вот так, хотел забрать рунку, а забрал, я что-то даже не заметил, нет. Руна у нас снизу, руна щита снизу. Центральную башню сил тьмы. Так что по итогам боя 600 голды заработали за Рубика, офигеть. Что думает Дота Плюс? 70% на Лигу Тим. Но это все пик. Реально, это пик. Пик очень хороший, пик стабильный, пик такой метовый. Так что тяжело будет бобра на самом деле. Но шансы какие-то остаются, естественно. Так, там пошел Глейтнер плюс сетка по Элдер Титану. Но, видимо, Элдер Титан будет довольно-таки быстро умирать, что, в принципе, и произошло у нас на экранах. Погоня за снэпкой. Пошла у нас сетка. Бабка рыгает. Хочет в соло, что ли, забрать? Не знаю, но далеко. Далеко пошел Нага Сирена. Минус Нага. Там залетает где-то корабль. Корабль по кому? По Керри ВР-ку. Это уже Аганим получается, да? Есть уже Аганим. Умирает, конечно же, снэпка. Пока что размен 2 в 2, если считать еще фраг Элдер Титана. Но сейчас убьют еще и Рубика. Да, это минус Рубик. Это уже 3 в 2. И что? На этом все? Да, на этом все. Остальные просто свалили отсюда. 17-12. Косар 700 заработали. Бобры только 3 сотни досталось. Не 300, естественно, 3 сотни. И на этом все. Так, а чё, а где Хюрикен Пайк? Ага, вот Хюрикен Пайк. Что там у Луны? Хюрикен Пайк тоже есть после манты. Ну, БКБ. Я бы делал БКБ и, в принципе, потихоньку шел бы заканчивать эту игру. Ну, а вот Ярошан, который сам прилетел, но, видимо, бобры что, будут драться или нет? Да, мистер Мораль ожидает, и, ну, а через сон нужно, сон есть, так сейчас они просто просрут этого, да, они знают, был скан. Так, неплохой петух Мелис, по троим, туда же Firestorm, про троим, неплохо полетели. Пила от Тимбра, залетает у нас один корабль, залетает второй корабль. Есть у нас сон от Наги. Вот если убьют Луну, хотят. Что, пока что Луна выживает. Реально выживает. И ладно, сохранили жизнь. Сохранили жизнь, молодцы. Круто сделали Лига Тим. Просто до конца. И что? Ну пошел Тимбер, он просто пойдет до конца. Да, еще и поднимает ветра, так что это минус 2, где-то там еще инвокер полетел, передсмертно кинул булыжник, бабка сейчас рыгает, убили, конечно, ЖВР-очку, но размен несопоставим, друзья, несопоставим, потому что, блин, просто как же эта бабка перед смертью еще и забрала с собой снэпку. Ладно, минус пантомим. Троих в одной игре. Просто бабка забрала Керри ВР-ку и забрала еще снэпку перед смертью. Офигеть. По бабкам 3 косаря заработали бобры. Немало денег, немало. Ну, блин, какие-то качели у нас происходят. Да, вот уже 50 на 50. Уже. Очень даже неплохо. Так, ладно, продолжаем. Что у нас, 23-я минута, счет 19-17, так. Верке нужно очень срочно на блокинбар, без БКБ никак. То есть после БКБ уже там что-то можно, либо кристаллис, либо МКБ, что там, на какой выбор упадет, тот и упадет. Так, в смоках. Лига Тим двигаются по вражеской двойке. Нашли здесь Нагу. Они понимали, потому что смог спал, что возможно кто-то рядом. Кинули проверочный санстрайк. Убили сначала Андерлорда. Сейчас убьют Нагу Сайрен. Да, хорошие два фрага. Минус тройка, минус четверка.
и минус еще вражеский терзатель. А это уже немало, согласитесь, немало. Плюс огоним шар для Альберг и для Кунки. В то время как Тимбер что-то здесь пытается сделать с Т1 Тавером. Проблема в том, что если ВРки нету, то урона по постройкам, ну, он очень мизерный. То есть там еще более-менее как-то может наносить урон по постройкам Андерлорд, и это все. То есть остальные просто нету урона, без шансов. Так, пакет лосс, потеря пакетов у кого? У ВРки. Ладно, подождем. Пока что подождем. Так. Подключается к игре, но хочется верить, что сейчас восстановится. Что все будет нормально, потому что... Хотя, даже если будет третья карта, мы, в принципе, успеваем все. Ну, заведомо, заведомо, что третья карта у нас будет. Так, пишет Go, Alternate. Но что-то парни пока что не отвечают на его призыв продолжить игру. А что мы ждем? Go, да, отвечает. Давайте. Давайте, продолжается у нас игра. Возможно, сейчас будут ломать команда Лига Тим Т2 Тавер на нижней линии. Что, чем они, в принципе, и занимаются. Да, если я говорил, что у бобров проблемы с уроном по постройкам, то у команды L1 таких проблем не наблюдается. Это твою дивизию. Опять снова лаги. Эх. Опять, возможно, потеря пакетов или еще что-то. Но я понимаю, у меня самого сегодня дота крашилась. Потом еще какая-то ошибка вылезла. Такое бывает. Ну, ничего не поделать. Ничего не поделать. Какие матчи? Ну, если ты спрашиваешь про матчи на СНГ квалификации, то где-то в 6 часов будут играть Гидра против ДМС. Это стак до хака. В 6 часов вечера, да. ДМС проиграли, кому они там проиграли? Проиграли Night Pulse со счетом 2-1. Не знаю, какой был матч, потому что не было времени даже посмотреть чисто так запись в доте. Хотя я бы посмотрел на Дахака, но пока что Дахак, ну, не показывает каких-то результатов, ну, с этим стаком. И еще один параллельно будет матч в 6 вечера. Это Nintendo против как раз-таки проигравшего в этой паре. То есть Nintendo против либо Лига Тим, либо 5 бобров. Все. Так, лаги, go try. Ну, go. Что-то там не отвечает пока что. Нет, продолжается у нас пауза. Хорошо. Форстав для Рубика. Так, Тимбера уже были, Юла. Все это мы дело видели. Учит Eternal Shroud. Ну, хорошо. Хорошо, в Рубика есть форставчик. Блин, бы, конечно же, тоже не помешал ему. Так, тут что, филактерия появилась, дальше будет БКБ. В принципе, как Луна купит себе БКБ, игра должна уже закончиться. То есть, как бороться с этой Луной под БКБ, я не знаю. Луна универсальный солдат, знаете, и Magic Damage есть, и Damage с руки, да, то есть это очень круто. Ладно, слышу, там кто-то рыгает, но это Рубик ворованным Mortimer Kisses нарыгал минус 2, просто минус 2. Минус 2 саппорта, минус 5, минус 4, довольно-таки уверенно. И что? Просрали Лига Тим 2 Рошана или как? Ну, реально просрали. Без двоих персонажей нельзя. Просто нельзя заходить на этого Рошана, и что, в принципе, и делают. А, прошу прощения, это первый Рошан. Я почему-то подумал, что это уже второй Рошан. Да, помогает Инвокер команде 5 бобров добить этого Рошана. И Аегис для ВРочки. Ну хорошо, 26 минут. Блин, довольно-таки круто держится команда бобров. Но я уже говорил, что чем дальше, тем сложнее будет. Все-таки Луна плюс Инвокер это очень сильно. Много Magic Damage. Реально много. И тем более, что урон с руки так. Да, есть там пайп, есть грипсы, видим, что защита
какая-никакая она есть. Ну, какая-никакая. Она максимальная защита, которая может быть. Вот появится еще Crimson. И, в принципе, Underlord это такой некий мешок для избиения, да, он просто может зайти там в драку и тащить все, что там у него будут скидывать. То есть, хп нормально так, ну как нормально, 2500 не так уж и много. Но после Аганима там можно будет, если что, какую-то Тараску прикупить. Хотя я сомневаюсь, что Underlord будет покупать Тараску, я думаю, он что-то сделает в пользу команды. Ну, выбор сделает в пользу команды. Ну, а мы посмотрим. Ладно. Ладно. Что думает Dota Plus? Да, думаю, также 50 на 50. Ну, 60% на Лингатим. Но это только из-за пика, реально. Потому что все-таки... Ну, пик хороший, как ни крути. Так, Мангвард. Ну, сейчас будет Кримсон. Возможно, подождут этот Кримсон и пойдут драться. Потому что, если бы не хотели драться, зачем тогда бы отдавали... Аегис как раз таки в эрке, тем более, что у эрки еще есть дабл дэмэдж в бутылке, а это еще плюс. Тем более, что у эрки есть блэкинг бар. Не знаю, нажимал ли он этот блэкинг бар. Нет, еще не нажимал. Минус Т1 тавер в центре. Еще получается Т1 тавер стоит в топе, можно пойти сломать этот тавер. Но они выбирают путь драки, да, они прожимают смока, двигаются на нижнюю линию. На нижней линии есть один только Элдер Титан. Так, поймали Глейпниром. Поднимает пока что себя Вьюла. Или это Вьюла поднимает его. Да, это поднимает Тимбер. Там нету ветров, откуда там ветра. И Оутекер опять забирает фраг. Пока что только барабаны Фейзы. Один Брейсер. Делает себе второй Брейсер. Там 25-я минута уже прошла. Вот у нас уже 28-я. Так что неплохо Брейсер дает. Так, Луна, сколько до БКБ? А, так, БКБ сейчас уже будет. Да. БКБ есть. В принципе, Лига Тим должны принимать драку. В принципе, должны, готовы уже принимать драку. Верхнюю башню сил света атакуют. Ну да, забирают они все-таки Т1 тавер, который стоял в топе. Получается, первый эшелон Т1 таборов они сломали. Но пока у вас преимущество за счет Аегиса, нужно выжимать максимум. То есть вот еще там менее 2 минут осталось, нужно пойти сломать там Т2, либо в топе, либо в центре, либо навязать какую-то драку, все-таки вы посильнее будете. Ну или вам так кажется, что вы посильнее будете. Очень, очень сильно позиционка, очень сильно играет одну из важных ролей на самом деле. То есть правильно занять позицию, это, как по мне, это где-то 40% уже победы в драке. То есть, ну, не только там занять позицию, я говорю, что занять позицию, там и вижен проставить, там досты нажать, если нужно. Так, ВРК идет вперед, вперед, вперед на виндране. Ну, знает Лига Тим, что где-то 5 бобров шастают, да, что они где-то, возможно, в смоках кого-то ищут, так как на карте никого не видно. Вот там где-то только сейчас спалился Underlord, который, видимо, подфармливает. И у нас опять пауза. Опять что-то случилось. Не знаю. Уже на этот раз войс. Проблема со звуком. Ладно, ладно. Такое бывает. Так, sorry go. Хорошо, отжимается у нас пауза, игра продолжается, что не может не радовать нас. Ой, неплохая привязка по двоим, туда же залетает у нас, хотел я сказать, неплохая пила от Иберсова, но нет. Нет. Ужасная драка, хотя очень неплохо начиналась. Потерял первую жизнь у нас ВРК. Так, прожимается сон. Так, привязка есть. Он мог, кстати, связать, блядь. Но ты же мог связать, офигеть. Элдер Титан пока что живет. Будет слип. Да, умирает. Пока что только один Элдер Титан умер.
Альберка прожимает Блэдмейл, получает в лицо Пауэршот, получает сетку от Наги Сайрен. Есть Пит оф Мэлис Файршторм от Андерлорда. Умирает Хунта, хорошо. Так, поймали еще. Бабулю прожимает у нас Луна. Эклипс, и под этим Эклипсом что, никого не убьет, что ли? Реально не убьет. Есть у нас EMP, по двоим, видимо, да, по двоим потеряли много маны. Так, и Рубик еще попал, потому что остался без маны. Давят, жестко давят, но... Блин, далеко, Т2 стоит, просто фуловый, смотрите, фуловый, целочный еще Т2 стоит, а они, ну, могут заиграться. Нужно отойти бобрам, реально нужно отойти бобрам. Так, привязали бабульку. Так... Откатился уже Focus Fire. Просто откатился. Так, сейчас умрет и Иван Джей. Да, это еще минус 2. И, возможно, еще Элдер Титан. Да, Элдер Титан также будет отваливаться. Хочет он разменять, конечно же, на керри команды ВР-ку. Но нет, так еще и Луну убили. Это пятерых, друзья. Пятерых убили. И что получается? Улетает? Да, улетает. Ну хорошо, хорошо. И не успеют, видимо, не успеют. 3, 2. Кто-то не успеет. Да. Ну, кто-то успел. Ну хотя бы Т2 сломать, что там по деньгам? Минус косарь 800. А что-то кто там бабекался или что? Чего так много денег потеряли? 6к заработали команда бобров. И если учесть то, что потеряли косарь 800, это получается... Да хренище денег, это там 7,5к бабок, даже больше, чем 7,5, но все-таки Т2 так и не доломали, ну потому что далеко дайвили, потеряли много хп, и не удалось сломать, ну ладно, ладно, да, захватывать небольшое преимущество, это прям очень маленькое преимущество, то есть, ну, но после этого Дейдалус появляется, ладно, что там по артефактам, глянем быстренько. Элдер Титан. Ничего нового. Свой второй брейсер он купил. Луна БКБ как было, так и есть. Инвокер так же. Кунка. Ну, появился Кримсон. Снэпфайр появилась Мека. ВРК появился Дейдалус. Тимберсо весь Этернал Шрауд. Андерлорд дофармил свой Кримсон. Нага Сайрен имеет Блинк после Форстафа и Глиммер Кэпа. И Рубик после Форстафа еще Солар Крест. Ну, так. Шансы увеличиваются. Реально закрыть 2-0. Посмотрим. Так что по Dota плюс 65%. Ну, не соглашусь, что прям 65. Я бы сказал, плюс-минус ровные шансы. Равные, реально равные шансы, потому что, ну, пик решает очень сильно. Но зацикливаться на пике тоже не стану. Зацикливаться на драфтов. Мы видим, что бобры очень хорошо играют. Так, убивает очень быстро через 2 ультимейта, через 3 даже ультимейта. Ой, неплохой разлом по двоим. Нага вынуждена прожать у нас он, чтобы керри ВРК ушла. Так еще и попадает под слип и будут убирать. Да, будут убивать. Боже, как же много урона у снэпки. Да. Ну вот у меня ответочка. Вот то, что выиграли драку, тут же растерялись, тут же проиграли. Центральную башню сил тьмы атакуют. Не знаю. Напомню, что у команды Лига Тим урона по постройкам просто тонна. Просто тонна. Так, что по байбекам? Давайте посмотрим, у кого там есть байбеки, у кого нет. Так, у Рубика байбек есть. У Наги Сайрен байбека нет, но у... Андерлорда байбек есть, если что, можно было бы байбекнуться, но не хотят, отдают они центральную линию, так они не пойдут, да, не пойдут. Ну ладно, минус центральная линия. Тридцать пятая минута, сломали центральную линию, хорошо, команда L1, но это была большая ошибка от бобров, реально. Это большая ошибка, которая стоила линии и всего преимущества, которое они заработали там за эти там 5-6 минут. Реально. Так, Кунка покупает Velo Discord. Это будет Шива. Хороший выбор.
против Блэрочки, очень хороший. И смогут привязать? Нет, не привязали. Есть Глитнир, прожимает Эклипс. Убьют Нагу? Нет, пока что Нага выживает. Полетел туда корабль, второй корабль. Мистер Мораль далеко, конечно, зашел. Пошел Пит оф Малис плюс Фаершторм. Полетел булыжник, но Мистер Мораль уже отправился в таверну. Очень хотят добить Луну, но, блядь, Луну промо... всема правдами и неправдами спасает. Но нет, все-таки Отакер добивает. Мистер Мораль пока что жив, цел. Нет, нет, добивает, конечно же, его. Инвокер, Рэмпэдж, Отакер. Ни хрена себе, просто как так? Под фокусфайром, что ли? Реально под фокусфайром. И у него нет огонима. Блять, Рэмпэдж. Ой, сори за мат. Ну, круто. Реально круто. Минус Т2 Тавр, так что по байбекам. Блин, я не знаю, как... Просто какой-то гром среди белого дня прогремел. Силы света укрепили свои сооружения. А чё они отходят? Зачем отходить? Ну, нельзя отходить. Нужно ломать центральную линию, вы и так мегагрипов не сделаете, потому что стоят еще Т2 в центре и Т2 снизу, но вы можете сломать как минимум линию. Бля, как же... Как же проблема с уроном по постройкам, реально. Луна уже бы две линии сломала. Бля, они могут даже линию не забрать, реально. Если останутся, могут умереть здесь все. Да, да, они вынуждены отходить. Вот вам и проблема пика команды 5 бобров. При том, что они все, все почти по минуте сидели в таверне. Ну, я пролегу тим. Тут же прожимается смог. Да, там есть, если что, уже Рошан. Видимо, у нас будет борьба за Рошана. И я думаю, что как раз тот, кто завладеет следующим Аегисом, и должен, в принципе, побеждать. Но бобры в позиции. Бобры хотят подраться, бобры могут подраться, и что? Ждем, ждем. Анур, ты не развивать? Адмирал на борту. Нижнюю башню сил света атакуют. Так, лотус в снэпке, это хороший выбор, хороший артефакт. Тридцать восьмая минута, друзья. Счет 26-31. Нижнюю башню сил света атакуют. Анур, ты не развивай. Ладно, бобры устали ждать, заходят на Рошана. Есть проверочный санстрайк от Инвокера. Команда L1 знают, что там уже битый Рошан. И Луна дофармила Сатаник. Блин, это хороший артефакт. Да, нету байбека, но Сатаник решает. 4к хп. Ну, с ПТ там на силу будет 100% 4к. И я думаю, что сейчас будет та самая драка за игру. Реально. Так, кто там подпушивает? Так, пошла Луна вперед, прожимает Эклипс. Пока что убивает только одну Нагу. Нага байбек, байбека нету. Будет без Наги. Поймали еще кого-то. Убили уже, правда, Элдер Титан. Элдер Титан имеет возможность байбекнуться. Убивает снэпку, размен 2 в 2. Рубик также байбекается. Луна все еще под БКБ и Сатаником. Ой, неплохой Пит оф Малис, Фаершторм по троим. Но сложно, сложно. Рубик, кстати, сейчас может умереть. Да, умирает Рубик. Это уже вторая смерть после байбека. И... Ой, блин, так еще и Луну отправили. Не Луну, прошу прощения, Кунг отправил сам себя на кресте, чтобы похилиться. Ну да, да. А Рошан достается команде Лига Тим. Второй или третий? Нет, второй. Пока что второй. У Андерлорда появился Аганим. Что там Аганим делает? Увеличит радиус разлома. А, понял, понял. Так, ладно. Ладно, смотрим.
А у Верги тоже есть сатаник. Ну хорошо. Может, бабочку стоит? Нет, он хочет свифтблинк. Понятно. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Не понимаю, почему никто хекс не покупает. Вот, ну, Тимбер может в теории купить себе хекс. Нага Сайрен может купить себе хекс в теории. Здесь кто может? Бабуля может купить хекс. Никто не хочет хексы покупать. Почему нет? Не знаю, ладно. Что, буду забирать свой терзатель бобры? Да, забрали свой терзатель. Рубик получил аганим шард. Что там в Рубика, интересно? Ну, мало, в Рубика мало. Реально мало. Если прям сравнивать с Элдер Титаном, так он еще богатый. Да, я говорил, что, видимо, у нас будут такие длительные карты, потому что, ну, если честно, ужасно смотрится Лига Тим. Прям, ну, жутко ужасно. То есть, таким пиком они с таким трудом играет против бобров из open квалов. Что-нибудь делать на этой ПГЛ-лохе, без верхняя понятия. Башня, адмирал на борту. Силы тьмы используют сканирование. Так, ну что, прошло у нас 42 минуты игры, счет 29-30, очень ровный, прям очень ровный, но Dota Plus все-таки ставит на команду Лига Тим, я, пожалуй, с ним соглашусь, ну, с Dota Plus, потому что явно у Лига Тим получше драфт, тем более, что у них сейчас преимущество, есть две жизни у Луны, и я бы советовал эти две жизни переждать, ну, то есть переждать Аегис. Но нет, они, кстати, могут найти здесь Луну. Да, да, находят. Есть Шива. Луна пока что себя форстафает. Есть Инвиз. И что, прожимает Сатаник. И вроде как спасают. Сатаник закончился. Убивает первую жизнь. Пошел корабль один, пошел корабль второй. Есть одна Гессон. Бабка рыгает. Рыгает. Но здесь пошел Тимбер вперед к бабке. Андерлорд все еще выживает, что нельзя сказать про Кунку и Элдер Титана. Минус Элдер Титан. Луна здесь разультилась. Кунка умирает. Это уже минус 3. В размен ни на кого. В размен на 0. Луна сейчас также умрет. Да, Луна будет умирать. Там стоит большой у нас Pit of Malice. Да, Луна умирает. И единственный, кто выживает, это Инвокер, которого точно так же сейчас отправят в таверну. Минус 5. Минус 5. Не знаю, мне кажется, что Лига Тим нечего здесь делать. Ни на этом турнире, ни на предыдущем, который будет ПГЛ в Алахе. Байбекается снайпка, я открою байбеки, чтобы было видно, у кого. У Луны нету, просто нету. Нужно идти в трон, да? Нужно идти в трон. Блин, какая же проблема у команды бобров с тем, что они не могут просто ломать эти бараки. Ну, реально. Это большая проблема. То есть, да, у времени много. Кунки байбек есть, но Кунка, видимо, не будет байбекаться, потому что, ну, они понимают, ну, максимум две стороны. И это максимум, друзья. Это максимум. Ну, там, сейчас откинется снайпка, откинется инвокер, вот уже без маны остался. Центральная башня сил света разрушена. Центральные казармы сил света атакуют. Центральные казармы сил света. Так, ну что, разрушены. Вторая сторона упала. Не знаю, кажется, за это время могли бы попытаться сломать трон. Ну ладно, ладно, отходят. Хотят сыграть на верочку, хотят сыграть довольно-таки уверенно, потому что, ну, есть возможность закончить 2-0, друзья. Реально 2-0. И, ну, блять, ну, 5 бобров смотрится куда презентабельнее, нежели команда Лига Тим. Я думаю, с этим никто не станет спорить, потому что, ну, они какие-то совсем не сыгранные, Лига Тим. У них такой сильный пик, такой сильный драфт, а они, в принципе, реализации просто ноль, ну, от слова совсем.
Не знаю, как так. Так, Свит Блинка до сих пор еще нету, так он и не будет, потому что нужно сохранить бабки еще на выкуп. Так, там еще и выкупа нету. Я... Ш ты подделаешь? Не знаю, сегодня пауза на паузе. Что-то постоянно у нас пауза. Ну ладно, мы подождем. Хочется верить, что пауза у нас будет не длительная. Так как у нас, я не знаю по счету, это пятая пауза или шестая. Такие микропаузы. Напомню, друзья, что это BO3, пока у нас пауза. Тот, кто проиграл, падает в нижнюю сетку на команду Nintendo. Ну, тот, кто выиграл, будет играть завтра, получается, с командой OneMove в 11 дня. Так, отжимает паузу, игра у нас продолжается. 46-я минута, счет 30-38. Инвокер отпушивает крипов булыжником. У инвокера очень мало. Очень мало у инвокера. У инвокера что? ПТшка, БКБ, Вичблейд, Хюрикен Пайк. Все. Ну ладно, ладно, ждем. Что думает Дота Плюс? Ну, 72. Ну, качели. Такие небольшие качели. То одна команда выиграет драку, то вторая команда выиграет драку. Пока непонятно, потому что реально, что одна, что вторая команда может закончить победой в этой. Так, сори, отвлекает здесь товарищ, что-то пишет. Так, смотрим. Прожимается смока от команды L1. И я думаю, что пора открывать на постоянку у нас. Все-таки он покупает себе Свит Блинк. Да, покупает Луна, не сохраняет байбек. Кстати, могут поймать здесь, да. Есть у нас тот самый Хекс, который я говорил, что никто не покупает. И, кстати, выживает. А что по Санстрайку? Будет Санстрайк. Но Санстрайк уже, кстати, не убьет. Панта может умереть. Может умереть реально Элдер Титан. Пока что выживает. А что там по инвокеру? Инвокер минус, друзья. Инвокер минус без байбека. Потому что он байбекался 2 минуты. Луна прожимает БКБ. Еще в запасе есть Эклипс и Сатаник. Прожимает Эклипс, жмет Сатаник. Ну его сейчас просто раскатят. Просто раскатят без проблем. Под Глейпнером умирает Кунка. Также будет умирать. Это уже минус 3, друзья. Минус 3. Минус еще Снэпка. Пишите ГГ. Ну, просто пишите ГГ. Пишите ГГ, потому что это позор. Реально позор. Не знаю, что еще добавить. Бля, ну они, эти бобры, они, у них, видимо, своя тема вот с этим пиком. И все, они просто развалили без каких-либо проблем. Да, ГГ. Парни пишут ГГ и понимают, что, ну, а вот и все. Вот такие дела. Победили силы тьмы. Такие дела, друзья. Ну что, на самом деле, как по мне, это все печально. То есть Лига Тим, возможно, после этих квалификаций дисбандится. Ну, реально, возможно, их ждет дисбанд или что, я не знаю. Ну, они проиграли просто бобрам из Open Qual. То есть, да, у них будет завтра еще один шанс. Не завтра, прошу прощения, сегодня у 6 вечера они будут играть против Nintendo. Я этот матч смотреть не буду, потому что я планирую посмотреть финал квалификации Европы, да. Нигма против ОГ либо Маус. Не знаю, закончится там матч или нет. Но, тем не менее, что завтра? Завтра будут у нас матчи верхней сетки, да. В 11 дня будет две серии. Будут играть OneWin против Night Pulse. Я как раз этот матч планирую посмотреть. И OneMove против как раз таки 5 бобров. То есть и в 6 вечера завтра уже будет финал верхней сетки. Это так. Что могу сказать? Ну, по этой карте молодцы. Бобры молодцы. Реально удивили. Я не ждал, я думал, что будет где-то там 2 по 20-30 минут, и на этом все. Но бобры красавчики, у них, видимо, это какая-то стратегия с этим пиком, потому что что первый пик, что второй пик, довольно-таки похожие пики были между собой на этих картах, так что, ну, подготовились.
хорошо сыграли. Для меня это парни пока что новые, но интересно будет посмотреть, куда они пройдут. Будут ли, если они там смогут пободаться за слот, будет очень прикольно. Хотя, как по мне, Ван Вин на голову выше всех остальных здесь. Но все может быть. Ладно, ладно, друзья. Напомню, что на сегодня это еще не все. То есть, если я там все успею сделать, то, ну, там по работе, да, успею, то буду смотреть еще финал европейский, да, европейских квалификаций. Он стартует где-то в 7 вечера. Ну, и так или иначе, анонс будет в Телеграме. Подписывайтесь на Телеграм. Буду всем рад там. Услышимся. Услышимся, да, скорого.